Вам что-нибудь нужно, сеньора Анхелика? Иди играй. Говорила о друзьях, которые их задавят. А насчет давить. Давить ты умеешь? Фип. Автор сценария Энрике Торрес. В фильме снимались Фернандо Мистраль. Взять его в команду, они играли вместе. Выходит, Милагрос знает, что этот юноша ее брат? Нет, не думаю. Если бы так, мы оба об этом узнали бы. Да, конечно, вы правы. А вы не заметили, ну, как вам сказать? Если мы проиграли... Мне воткнули 3 гола. Если бы не вы, нам... Вернемся к игре, Челита сыграла хорошо. Да, ну, в общем-то, она... Что я могла ответить? Я не знала, куда деваться. Знаешь, Глория, за стенами этого монастыря люди все с пунктиками, с идеями фикс. Как я буду выглядеть, по-твоему? Ну, впрочем, у меня есть что показать. Как она сказала? Ей осталось умереть с голоду. Вот так она сказала. У ее жениха нет денег. Хватает за пустяк, а потом засадит на всю жизнь. Рамон, туда! Рамон, сюда! Тюрьма? Она в растерянности, это даже лучше. Если мне повезет, она пропустит несколько рюмочек и оставит меня в покое. Возможно, но я этого не сделаю. Не сделаешь чего? Не оставлю тебя в покое. Не надо, Милена, не надо. Когда не говорили, что ты похож на киноактера? Нет. Да, ну вот на того, который в телесериале. Полдень. Такой зрелый мужчина, такой симпатичный. Почему? Глория, нужно благодарить Бога за то, что он послал нам эту пищу. Но там я открыла дверь, чтобы вы видели, так что сегодня я ответила. У меня нет желания спорить. У меня тоже. Вы могли бы дать мне денег взаймы до зарплаты? Что? Что? Мне нужны деньги взаймы до зарплаты. Я хочу купить ребятам подарки. А что, у тебя нет никаких запасов? У меня было. И что? Я истратила на искусственные розы, чтобы ваша мама не заводилась. Это ты стащила цветы у моей старухи? Цветы для того и существуют, чтобы их дарить, а не мариновать в вазе. Ты их стащила, чтобы подарить? Я их продала, чтобы купить кое-что для ребят из приюта. Для них это много значит. Хорошо. Хорошо? Значит, дашь? Нет. Почему же тогда говоришь «хорошо»? Хорошо, я тебя послушал. Хорошо, я тебе сказал. Хорошо, можешь идти. Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось оперировать сердце. Почему? Потому что у вас его не найдут. Который каждый год хозяева дома дарят вам, чтобы вы помнили нашу щедрость. Это тебе. Бывает. А вот чудесница Милагрос есть. С тем столом. Не знаю, почему, но я... Представляю своего внука красавцем, крепким, защитником. Да, защитник, все хорошо. И за этим ужином я подниму тост за них. А что с Иво? Почему его нет? Он случайно не заснул? Вики, пойди сходи за ним. Да, мама, хорошо. Счастливого Рождества, Милли. Ну, хорошо, хорошо. Ребята, поднимем наши бокалы и выпьем за счастливое Рождество.